Всем привет, с вами PSN Games, мы возвращаемся в Killzone. Это восьмая уже эпизод. Уже. Designator requires a few seconds to acquire a lock before the artillery barrage is triggered. You have limited ammo, so don't go wasting it on infantry. Someone to help us stack these crates. И у нас... Hey, why are we stopping here? Времена... Новое оружие. Keep it up. И у нас, кстати, здесь новые противники. Это генералы. Вот, который похож на ленты, это и есть, кстати говоря, у нас генерал. Даже на хаку. И почему он временно? Потому что следующая часть уже, у нас не будет уже. В эпизоде. Там танк просто. Да. Это точно, не наш день. Я, кстати, проверил, у нас был чекпоинт прошлый раз, который я играл. Он был. Это я просто его не заметил. Так, нам надо взять All Hell Gunstuff. Оружие. И, кстати говоря, мы выбросим в этой серии. Seems like the Hellguards have set up base here. Okay, guys, we have to get through this somehow. Engaging target. Получите. Так. У них устраняем сразу таких. И самое главное, нам не запороть, потому что здесь нету чекпоинтов. Hold fire. Роботы, ненавижу здесь роботов. Good shooting.
тяжеловесные. Бронь. Они очень редко бывают. Подобие на хищников даже. А это подобие. Промазал первый раз, ну ладно. Enemy. Watch out. Hold fire. Roadblocks. Не, нам вот это можно уже выкинуть, потому что да, классное оружие, но у нас 4 патрона осталось всего. To get to the SD upland, we'll need to go through the jungle into the mountains. Да, следующая остановка в джунгли. Looks like we're almost at the jungle. По-моему, ну здесь будет, конечно, чекпоинт, по-моему, но только один, по-моему. We should keep off the road as much as we can. Нам не сюда, ребята, а сюда. Keep out of sight. Ребята, не хотите покататься? Здесь можно, кстати говоря, заблудиться очень сильно. Я серьезно говорю. Вот здесь можно уже заблудиться. Keep it open fire! Так. Company.
hold fire. Fires. Hellgas! Got company! Good shooting. Hold fire. What the hell? Taking heavy fire. Scatter. Grenade. Enemy in range. Suppress your fire. Gun clear. О, мы это сейчас возьмем. Hold fire. Sniper, up there. Ну что, меняем. Это тоже, кстати, тяжеловес, кстати. Так, нету для него патронов. Тоже, я думаю, что так и будет, как в предыдущей серии уже. Там закрыто. Не, даже ощущается, да, что он медленнее ходит. Hostiles! Enemies fired! Scatter! Fire at will on your six! Так, давайте. Да, подобие. Good shooting.
Ой, давно их не было. Ну что ж, а вот теперь давайте возьмем аптечку и сломаем мост. Да. Им. И последний. Rico, we got off on the north side. Find your way back to the road, and we'll find you. Okay. Identify yourself. А хочешь покататься? Но здесь не очень хорошо пока сзади. Identify yourself. Ну ладно, здесь тяжеловесы. Rico, glad you made it off in time. Rico? Squad, stick together! Так, давайте-ка пока подождем. Ничего нет? Нет, значит, пошлите. Ну, это еще нормально. Это, по-моему, последнее. A Hellgas logistics base. Maybe we can find some transport here. Rico, go and knock on the front door. We'll give you backup once those MGs are disabled. Я вот почему я припас гранаты. Quiet. Here I come! Так, так он. Но если ближе. Есть ксерей клавер, ксерей. Get him!
Так. All right. Now let's place the charges on the ammunition dumps. Эй, ко мне. Что, хочешь? Пожалуйста. Никто не хочет. Окей, пошли тогда. О, патроны. А, максимум 12. Всегда компании и очень найти. Ой-ой-ой. Ну тот же самый может быть и с двумя зарядами, кстати говоря. Да, можно, кстати говоря, сесть и на этих, кстати говоря. Но я не любитель сейчас. Так, минируем. Разбирайтесь. И уходите отсюда. Let's get some distance and set these babies flying. Falling back. Как это туда? Scatter, grenade! Kill him! Watch your back!
Good shooting. Get them! Gun clear. Ты что-то сказал, дружок? Полишь, это плохо слышит тебя. Так, ну что ж, мы с ней справились спокойненько. Everyone should be hiding inside this HQ bunker. No use in us all barging in. Rico, you go ahead. We'll guard the perimeter so they can't escape. Ну что ж, тогда идите к папочке тогда. Из своего укрытия. Сейчас будет веселее. Ладно. А, это генерал, наверное. Там задание. А, ну это я знаю. Это легко. Вон он. Перекашник и ПК. The uplink's still a long way off. We're gonna be too late. Hacker, do we know when the Earth fleet is arriving? I don't claim to know everything. Way you act is like you know my mother's bra size. What I'm guessing, large. Look here, the missile base. Maybe we could hitch a ride from the Hellghast. Feasibility? Won't work. Now those bases are too well dug in. We have to find another way. Oh really? Last time we listened to this guy, we got Helmet Man ripping us a new asshole. We don't have any choice. We're running out of time. We gotta hit the base and pick up any transportation we can find. Armies have no need to find them because they're already dead. That my actions instigated their downfall, and that Scholar Vasari is very pleased with me. They've blown up the bridge over the 32nd River and cut off the 11th Company from supplies. The 10th Company are not responding to communications. We fear they may be
Taya, maybe. The 10th Company, maybe what? Maybe lost, sir. Is not what I wanted to hear. Not what I wanted to hear at all. Not at all. Not at all. Ну что ж, вот так у нас это получилось. Следующий эпизод номер 9, следующая серия будет, он очень короткий будет, потому что с двумя эпизодами он будет всего. И сразу говорю, у нас остается 3 эпизода, и сразу заранее говорю, с этой серии я уже на тактику уже пошел. Как будет в ближайших 2 сериях, уже точно. Сначала у нас, да, по жанру хака будет в следующей серии, но в следующей, вот через серию будет, через главу, не Темплар, а Рико. Так что вот так, а вот последний главой я еще не думал. Ну что ж, на этом тогда все, ребята. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ставим лайки. Еще раз говорю, лайки, да? И не забывайте про колокольчик. И вступать в группы Одноклассники ВК и делиться с друзьями с видео. И на этом все, друзья. До скорых встреч. Увидимся в следующем видео.